Всем привет. Продолжаем проходить God of War. Поехали. Собственно, что тут еще говорить? Мы остановились, вот получается, на этих загадках, да? Надо вспомнить вообще, как они решаются. Ага. Нет. Это мы вот тут остановим. Рано. Так, сундук этот я взял, да, получается? Точно? Я проверю. Нет, его не видно. Я уже забыл, на чем я остановился. Так, малой там что-то нашел. Жуков смотрит. Ладно, ему не до меня. Вот это кольцо надо как-то остановить. Ну давай сюда вот мы сбегаем. Эта штука у нас открыта вообще? Вроде да. Вот это, по-моему, я еще не проходил, да? Давай. Значит, это все? Нет, не все. Ладно, получается, короче, чем? Нам вот как раз туда, не туда. Да, сундук этот точно я скрыл. На этом игра и остановилась. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, мужик. Фиксируем. Да, вот эти вот точно штуки я проходил, значит, давай нам сюда точно. Уже давненько не играл, не могу вспомнить, на чем остановился. Я понял. Слушай, а может быть... Может быть, не вот здесь внизу ее надо фиксировать. Но тогда второй не видно. Угу. Ладно. Затормозим ее наверху тогда. Пик. Вон там можно спрятаться будет. Я понял. Но раз тут эта штука лежит, значит, я вот тут точно не прятался. И она сюда. А я-то думал, те пилы были страшными. Так эти вроде ничего. Так, давай мы срезочку сначала откроем, да? Да, это срезка, главный зал. Теперь вот с этим шаром надо что-то сделать. А посмотрим. Смотри, ну-ка, малой, почитай, что там. Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображениях. Что с этой штукой-то делать? Трума! Так, ну, жизни мне явно не нужны. Пока что. Пока что. Что делать-то? Может быть, надо кольца эти зафиксировать.
Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Надо вспомнить, как все это делается. Может, еще не помню вообще. Мы немного развлеклись. Ну давай, все, давай наверх. Делали. Может, это ее подарок? По-моему, как-то сверху можно их зафиксировать. Кошмары! Здравствуйте, товарищи мобы. Трума! Прости, я не готов. Нормально, молод. Неделю где-то не поиграл, просто когда новую игру начал. Так что-то приблизительно припоминается. Так, ну-ка, малая, на казака их. Хорошо, на удаленке. Так. У нас сильные враги. Угу. Смотри, ловушка для ветров. А где она? Ну это ладно, это бестиарий. Ловушка для ветров. Но это должен быть зеленый шар именно. Или он про вот это имел в виду? Ну-ка, саданем. Тик. Потом мы вот это запускаем. А, умно. И что? Запустили шар, дальше-то. Умно-то умно. Только не в тему. Лёстка! Может, там внизу что-то изменилось из-за этого? Где там этот проход? Ну-ка давай вот отсюда мы попробуем рухнуть. Оп. Тащим это дело быстро. Так, не туда. Проход одинаковый. Вот, все, я тут стою. Просто надо назад повернуться. Пик. Тащим. Запускаем. Все. Наконец-то я помнил хоть что-то. Кем тут вообще заниматься? Так. Рунный камень опускается. И батю зажало. Что такое? Что, не видишь? Отец! Душат, душат. Мальчик, уходи отсюда. Не уйду. Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене. Но их тут три. Что мне делать? Атрей, соберись, ты справишься. Поспеши, я не знаю, могу ли я утонуть. Так, Хадж Серебряный гонится за луной. Сколь Золотой гонится за солнцем. Когда они съедят солнце и луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец. Луна налево, солнце направо. Мидгард посерёжку. Но какой рычаг тянуть? Ну, допустим. Я управляю малым или нет? Так, потом. Это, видимо, неправильное решение. Левый. 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 Раз, два, три. Настанет что там, когда серебряный волк съест луну. Только слева направо или справа налево. Что там, подожди. Золотой волк съест солнце, а Мидгард окажется между ними. Луна, Мидгард, солнце. Средний.
Левый. Как-то так. Средний. Да нет, вряд ли. Слишком просто. Средний. Нет. Она, батя. Отец, нет! Угу. Либо наоборот их надо перевернуть. Брат! Луна, Мидгард, Солнце. Средний. Не совсем понимаю, просто принцип загадки вообще. Левый. Средний рычаг. Давай, это вниз. Луна слева, солнце справа, Мидгард посередке. Правый рычаг. Как странно она работает, конечно, это загадка. Вот так, может быть. Луна слева, солнце справа, Мидгард в центре. Ну, получается левый. Вот так. А это наверх. Тяни правый. Средний. Зачем тут средний нужен? Луна, Мидгард, солнце. Мидгард, это что? Это месяц, типа? И туда это все надо перетащить. Твою мать. Тяни правый. Да все, батя, хана опять. Средний. Это почему-то они вниз не падают. Отец, нет! С правой стороны. Но все перемещаются. Отец, вставай! Луна, Мидгард, солнце. Только, может быть, наверное, солнце с другой стороны надо поставить. Оно и так-то стоит. Давай местами их поменяем. Это вниз. Это мы перемещаем. Блин, а почему туда-то? Левый. Надо по порядку. Луна слева. Средний. Давай еще раз. Теперь вот это, по идее. Луна слева, солнце справа. Средний рычаг. Нет, не в ту сторону. Средний рычаг. Ну так они мешают. Средний. Луна, Мидгард, солнце. Левый. Загадка как-то вообще через жопу работает. Средний. Левый. Надо, я думаю, солнце перетащить с правой стороны, чтобы оно было. Только очень странно, загадка, правда, работает. Брат, нет! Каких-то положениях ты можешь опустить вниз, каких-то нет. Так, ну давай, это вниз. Блин. Средний. И не то. Левый. Надо по порядку. Луна слева, солнце. Средний. А по-моему, наоборот, надо. Вот как на картинках оно идет. Давай, это вверх. Правый. Луна слева, солнце. Средний рычаг. Нет. Почему сейчас? А, сейчас понятно, почему нижняя не работает.
солнце. Луна, мид, нет. Получилось! Ну, утонуть я не могу. Хоть что-то. Луна, Мидгард, солнце. Малой вообще другое говорил. Останавливается! Зачем это большинство? Отец, над тобой! Надо еще что-то покрутить. Мальчик, останови эту цепь! Но малой явно другие символы говорил. Я не знаю. Луна Бингер Солнца получилась месяц, луна Солнца. Я знаю, что делать. Ее нож? А как еще? Ну туда втыкай, да и все, что-то как дебил-то. Стоит, смотрит на него. Не вышло! Почему не вышло? Ну вот туда суй, да и все. Тупит стоит. Тут бати плохо. У нас все сломали вообще. Наконец. Так, будешь конничать на козу? Знаю. Зато ты спасся. Это было умно. Чего умно? То, что он в загадке все напутал. О! Это одинаково все. Ну, давай попробуем вот эти колеса крутить. Да, это. Тоже нет. Как выйти отсюда? Совершенно идиотские механизмы. Ну и чего делать-то? Вот это вот может разбить. Да не похоже. О, тихо. Какое-то есть взаимодействие. Черная руна. Заберите. Руна у нас. Все получилось. Ты подожди, да, еще у нас. Посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О, нет. Защитная руна Фрей смылась. Что же делать? О, куда что смылся? Куда что смылась? Мы еще ничего не брали. Ну ладно, давай не спустимся. Смотрим. Вот она, мы ее нашли. Сын. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа. Смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя. На будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет, женщина. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. Ты приемный. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль. Дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Насколько я понял, Кратос отдал вот этот вот, это его нож. Но маленький для рук Кратос. Пусто.
Стой! О, поймал его татуировочками, покрылся. Она Руна, будет она чуть-чуть. Ты ее видел? Да. Ты уверен? Уверен, точно. Пепели. Хорошо. Целься в лицо. Ну, ты вовремя сказал, конечно. Но их надо разными оружиями бить. Если бы только один не хилился, было бы замечательно. А почему он прибавляет здоровье? Один другого закрывает. Я вообще в этих потемках ничего не вижу. Пока нет. Брат, держись. Вообще света не дали. О, ну наконец-то. Есть чем поживиться-то? Брат, какой слева. Кувшинчик. Ну да, точно. Нет, да не надо, остался. Я просто от старости, наверное, умер. Ну, с ними явно так не надо, потому что они, ну, больно бьются. Надо по чуть-чуть, а я прям вырвался. Ну-ка, вот этими клинками я могу ему наносить урон хоть какой-нибудь? Ему забыли полоску здоровья пришить. По первости. Так, а давай второго. Да. Разными оружиями надо их лупить. Почему они восстанавливают здоровье? Где-то откуда-то же они его черпают, правильно? Вот это вот что? Готово. Вообще. Все. Я понял. Это для камня не разбивать лучше. Лети за ними. Пока нет. Так, ладно, пока шкет там. Восстанавливает свои стрелы. Прости, не могу. Чуть-чуть полупим вот этих ребят. Тихо, тихо, тихо. Бля, прям на комбо влетел. Так, давай-ка, малый, освещай путь. Так, ну у нас минус один, да, по-моему? Его надо как-то добивать, твою маковку, а? Почти готов. О, тихо. Блядь. Я бежал к Чилан. Давай, ждем атаки. Добиваем. Угу, готово. Ой, он на петушечке вообще вытащил этих ребят. Ну и громадина. Это такое, ярость Тартара, сильная руническая атака. Двумя ударами клинков. Давай посмотрим, что это такое. Угу. Спасибо, Нинан.
Хотя подожди, это же можно поставить. Выбрать. Да. Вторую ячейку я наконец-то заполнил. А вот эту мы можем? Нет, 13 тысяч надо. Ух. Просто чтобы был плюс один урон. Ладно, пускай пока эти атаки стоят. Жалкий тролль. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша? Это для клинков прокачка. Как там у нас лечиться-то? О. Чик. Ну а пока мы тут будем туда-сюда ходить, я еще и заодно здоровье восстановим. Потихонечку. Наверное. Так, нам куда-то вот сюда. Знаю, с клинками мне привычнее все-таки. Давай, что скажешь? Мало ли, до тебя ничего не дошло? Йорф! Как пироги режет эту херню. Ну мы наверх поднимаемся вообще. Наша цель так близка. Сядь. На бутылку. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Он все время с собой носил эту бутылку вина. Видимо, настал час. Сейчас он сына выпьет пищу. Не отбухни. Пути. Мамка не заругает. Можно? Пахнет тухлыми яйцами. Оно не скисло? Давно кто уже. Знает. Сейчас и проверим. А малой закосеет, потом будет блевать по углам. Херня, вместе передрищатся сейчас. Его раскатали бутылочку на двоих. Малой дольше держал. Не выдыхал. Странная сцена. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Он убивал всех. Да. А... Вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Я говорю то, что малой опьянел уже. Понесло, короче. Готов. Я говорю, сейчас рыжик будет чудеса творить. А мне понравится быть богом. О, алкаш. Самый натуральный. Так, черная руна выполнена. У нас хп сейчас немерено. Экспыточный. Так. Давай посмотрим, что по навыкам. Ну, особо пока качать нечего. Иц. Не вижу пока необходимости.
Давай, наверное, вот это вот, да, мы бахнем. Плюс один урон. Ну-ка, подожди. Да это тоже неплохое. Как это работает? Ну такое себе. Ладно, это будет так. Глушение. А, ну мы пока ничего тратить больше не будем. Идет. Мы идем куда хотим, делаем что хотим, а теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Ну пошли. Это значит, нам заново на гору, да, идти. Прям на самый верх. Скажу Синдри, что я бог. Вот у него рожа-то вытянется. Нет, может, я хранил твой секрет слишком долго. Но теперь тебе придется хранить наш. Я вот не помню, у нас есть ли какая-нибудь стрелочка тут, чтобы... И эту дорогу заново не бежать, не знаю. Взрывать, кто мы? Да, вот Асин. Как ваше, ничего? Лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты, по своим причинам. Он Тюр. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял и сам поступил бы так же. Та-дам. Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. Лучше всех пью-пью. А вдруг придем в Йотунхейм, а там великанов тоже нет. Это не имеет значения. Главное выполнить просьбу твоей матери. А, никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Малой не облизал просто так колесо. Ну, во-первых, они сейчас бате раздавили бутылочку вина на двоих, сколько ему лет, хрен его знает. Но если мама сказала, вино пахнет тухлыми яйцами, значит, винишка уже не только забродила, она уже начала гнить, по-моему, там. То есть они какой-то бормотухи нажрались, короче. Вот малой решил ржавым колесиком закусить, почему бы и нет. А тут ему сейчас предъявляют, вообще беда. Ну, подумаешь, его немножко это перекрыло, как бы он решил бухнуть. Ну, бля, кем не бывает. Хорошо, что не блевать не начал. Семейное дело. А я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Он еще адвокат? Твой брат не так искусен, как ты, а его работа хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Я же говорю, малой набухался. Он, видишь, уже как борзо базарит со всеми. Мелких смертных. Гром. Ну ладно. Обидно было. Гном аж на очко сел. Давайте лучше делом займемся. Ну, в принципе, тут батя немножко за 2 метров ростом, так что нормально. Эти батя тоже даты, по-любому. Давай мы к этому гному подойдем. Может быть, у него есть что-то определенно интересное. Там, кстати, я какую-то штуку для клинков у него взял. Точнее, наверное, как-то тут недавно подобрал. Улучшение клинков хаоса, улучшение лука когтя. Окей. Вот, давай, клинки хаоса. Все-таки для начала мы. Пик.
Руны, чтоб пошибче лупили, это раз. И давай мы луну коготок вкачаем. Ой, ты что-то хотел сказать? Нет? Увеличение урона и возможность приобрести новый. Ну да, да. Кстати, и новый этот у клинков хаоса тоже новые крити открылись способности. А, что-то еще? Определенно. Артефакты есть что-нибудь? Да, в принципе, бабла у меня пока, по-моему, вообще немерено. Давай посмотрим броню. Ну, блядь, ну что это за херня вообще? Фиолетовая. Ну, и чё? Вот она вся такая. Нету, чтобы улучшало сразу все, ну, все пункты. На плюс, что вышли. Здесь. Просто нагрудник пепла павших. При минусом пункта идет. И один плюсом. Только защита. Восстановление плюс 22. Да вы что, прикалываетесь? Фиолетовая броня. Ну, вообще. Ну, только это если. Чуть-чуть меня поднимет. Ну, такое. Пососная дичь какая-то. Ну, с руками тут то же самое. О, тихо-тихо-тихо-тихо. Это мы берем. Стой, подожди. Плюс 6. 6, 14, 7. Тут 3. Угу. У нас фиолетовая, вот это лучше гораздо, чем золотая. Сдаем. Береги доспех. Мой. Береги руку, Сеня. Давай сразу же выбираем ее. И вон баста карапузики. Ну, посмотрим, но вряд ли тут еще что-то будет лучше, скорее всего. Все. Остальное просто полный шлак. Тик-тик. Так. 3, 7, 4. Угу. Вот тоже. Это почти то же самое, что и толстая кожа. Сейчас с этими. Он снизошел до меня. Смотреть на новый. Подожди, рукоять топора, клинков. Ну тут нет, тут ничего полезного прям. Я как-то слабенько. Мне больше надо на урон. Я тогда подожду, пока это все дело одевать не буду. Клинков тоже, да, наверное, ничего полезного. Я не собираюсь ни по одному пункту вообще просаживаться. Пошли они нахрен. О. Достаточно ресурсов. Ну, что тогда уж. Тогда это так не работает. Так, подожди, вот нагрудная броня. Ничего, да, полезного. Ну, вот это просто ее подождем. А, тут все, пососная дичь. Не вижу смысла. Давай, броня троем. Может, тебе вместо меня обратиться к броту? А, враги и придушки на троем получают увеличенный урон. Так, увеличение урона врагам, находящимся в воздухе. Увеличение урона, наносимого последней стрелой при быстрой стрельбе. Стрелы, выпущенные в прыжке, наносят дополнительный урон. Окей. Враги, это увеличенный урон. Кстати, вот, уже первый пункт уже есть. Увеличение урона от оглушения, наносимого в ближнем бою. Дольше душить врагов. Ну, может быть. Атрей иногда наносит, находит камни здоровья при ранении Кратоса. Угу.
повышение эффективности камней здоровья. В течение 8 секунд после рунного призыва стрелы вызывают дополнительные негативные эффекты. Ну тут два пункта практически бесполезны. Только мы фиолетово будем рассматривать. Дороги. Да, давно не виделись. Как дела? Увеличение урона наносимого последней стрелой при быстрой стрелы, выпущенные в прыжке, наносят дополнительный урон. Но я же не могу контролировать, как малой будет в прыжке стрелять или нет. Но это явно лучше, конечно, чем вообще на то, что нам не надето. Враги, находящиеся в воздухе. Такое тоже не часто встречается. Давай вот это сделаем. Как-то вот она мне больше симпатизирует. Выбрать. Что-то забыл? Ну и все вроде. Тут точно да. Давай посмотрим. Броня для рук. Улучшить. Да особо-то нечего улучшать. Нет, мы это точно качать пока не будем. Хоть она и фиолетовая, но прирост небольшой. У меня тоже все отлично. Все лучше и лучше, как говорится. Многого тут уже прошел. Да, я думаю, уже достаточно. Половина игры, я думаю, сделана уже точно. Смотря просто... Ну, если, допустим, я решил соберусь в Валькирии проходить, я не знаю, сколько я на ней засяду. Смотрим, короче, как пойдет, тут точно не скажешь. Кто-то, знаешь, может ее годами гонять. Так. Точно нет. Броня для бедер. Тун-тун-тун, это все купить и так далее. Ладно, подожди. Давай мы на паузу. Теперь мы с... Я сам посмотрю, что можно... Вот, перейти к гнездам. Ик, ик, не то, не то, не то, не то. Бля, есть какие-нибудь руны так вещи? Ила плюс 2 все. Руны, ну такое. Здесь эти предыдущие одежды автоматически вытаскиваются. Или это надо вручную выковыривать? Это как-то вообще не очень. Ну давай так поставим. Ее можно, конечно, улучшить, но, по-моему, тут и вполне можно, блин, как бы и лучше найти. Так, перейти гнезда. И... Ну, тут, в принципе, да. То же самое, да? Давай, наверное. Руны-то все пососные, по сути. Давай, короче, то, что вот у нас на силу, что тут только плюс 2, вот плюс 4. Давай, короче, вот это дело поставим. Можно наверняка это дело улучшить, но... Если найдется просто рядышком где-нибудь какая-нибудь гораздо лучше броня, почему бы туда ресурсы не влить? Так, клинки хаоса. Давай, ближний бой. Что он делает? Все тоже не очень.
какие-нибудь. Но сейчас в основном они будут мешать мне по стихийным мобам. Знаю. Ладно, давай, короче, что-нибудь отсюда. Вот это, допустим, возьмем. 1500, 2000. Ну, давай, вот это тоже возьмем. И одну какую-нибудь вот такую штучку. Идет. В принципе, они все одинаковые, все юзаются. Ну, это не хватает. Так, давай-ка мы попробуем продать. Создать, улучшить, купить, продать. Броня для рук. Как хорошо, что я обладаю редчайшими способностями. Купить. Камни воскрешения чары. А, ну это не то. Вот камни-то где у этого урода купить камни? Нет, не то, камень. Ну, они одноразовые, это такое себе вообще. Это чисто из-за ресурса. Похоже, тебе ничего не нужно. Так получается, если ты один раз засунул себе в броню какой-нибудь этот, как его... Я, типа, ее больше не достать. Ой, ладно, короче. И вот эти вот... Стоять там по... 2-3 плюс урона, к урону выковыривать, ну, задолбало, честно. Давай, рыжик, пас. О, чувак, ты чё такой бешеный? Это какой-то новый хер? Этот за камень запнулся, кувыркаться пытаюсь. Это какой-то лютый замес пошел. Они сейчас два моба меня как напинают сейчас походу. А да. Давай, кому набускать? Ну что ли? А остальные будут вообще? Вот там еще один ходит. Давай, давай, трясись пока. Ах ты, гнида. За руку меня долбанул. Ты же вроде подыхал там. Я не отошел спокойно от него. Вот урод, а. Они думали, нас это остановит? Ну точно. Так, куда теперь? Еще мне много, они не нас точно бы остановили. Я там вообще чудом каким-то выжил. Это все рыжий, он пьяный, вот и все. Так, ну тут, в принципе-то все, да? Я тут по полям буду ждать, все равно тут все уже украдено до нас. Ой, есть еще вот здесь один холм, по-моему, да, а который... Знаешь, может, Брок все-таки прав, и у Синдри правда руки кривые? Ну ладно, подожди, ну что ты дуру гонишь? Так. Вот это дело. Тут малой стреляет. Вот. Я помню, что вот здесь эти сундуки уже чуть попозже открываются. Мы сейчас еще, по-моему, на горе парочка сундуков откроем. Давай-ка топорик сюда. Да нет, подожди. Это не так, да? О. Мы сначала их поджигаем. Сколько
скорость восстановления у меня небольшая, но ладно. Хилы тут дают чаще. Все, наконец-то. Это, наверное, самый такой. Закрытый был сундук. Печать оружия. Предмет чары. Повышение скорости накопления вечной мерзлоты или жара на 7%. Ну и нахрена мне это вообще? Они лучше дали там, я не знаю, на урона хотя бы плюс 10 минимум. Да, можно было бы как-то запариваться. А так, что-то я не вижу смысла. Это лифт? Это не погода, не видно ни хера. Да вроде... А, он выше. Вроде выше. Ладно, окей, пошли повыше. По-моему, я на деревьях уже тут все собрал. Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. Полный бордой, да, какой стал? Вы, говорит, боги, мы не боги, там туда-сюда. Начинает выделываться. Надо было ему не говорить, вот серьезно. Зря лысый рассказал ему все. Сейчас он будет тут пальцы загибать. А я уже тут был, да? Ну... И хорошо. Еще одна загадка будет. Там вот я шарики вижу. Левой стороны. Мне получается их не запустить, да? Да, он пока не работает. Надо откуда-то его туда тащить. Здрасте. Как трясется вам? Малой его там почему-то под спиной атаковал. Может, дальше я ее понесу? Нет. Почему? Где-то надо нашли. Такой шарик я найти. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. Козел мелкий. Ладно, неси ее сам. Лох, пидор. Просто забыл, как это работает. А, вот как-то так, да? Пик. Потом где-то вот тут. Пик открыли. Ну это к валькирии проход. Проверим, проверим. Закрытый чертог Одина. Не знаю, но шарик надо вообще в другой степи искать где-то. Хотя мы вообще к лифту, я уже забыл, куда мы собирались. Он тут просто отвлекает тебя разными штуками. Да, тут валькирия. Ну, раз я уж тут нахожусь. Давай-ка мы это не заглянем. Один разок попробуем ее окнуть. Если нет, то нет. Ну, скорее всего, нет. Мне валькирии, наверное, проходить только в конце игры. Это самое оптимальное.
Четкая печать хитрости. Что будет это значит? Так, чисто зайдем сюда. Ништяков пособирать. Лежат они бесхозные, что, не запрещено же, правильно? Все, пойдем тетеньку навестим. Проверим, как она там без нас. Еще, Валькирия. Наверное, надо что-нибудь сделать. Не наша забота. Ну, наверное. Будь осторожнее, Трей. Ты разве не это хотел сказать? Как знать. Здрасте. Ага, и мы все-таки ввязались. А это чем у нас сильна? Понятно чем. Я какая дикая тетя. Просто она метра раза тряхнула и все, я даже половины не снял. Да ну, какие-то джопы валькирии. Даже пытаться не стоит. Нет, до свидания, женщина. Сидеть тут с одной этой падлой, страдать часами, такое себе. Они как побочные эти, как побочные мобы, не должны занимать столько времени, сколько я должно занимать пол игры, как бы, я не знаю. Нет, нахер, рано. Просто я еще не докачан до конца, чтобы можно хоть какое-то противодействие этим валькириям делать. Мне им пока нечего предложить. Шансы не равны. Ну я напомню. Ты шарик где-нибудь искать. Он должен быть явно где-то рядом. На холме или еще что-то. Надо просто повнимательнее посмотреть. Что-нибудь обязательно найдется. Вот отсюда, если. Давай-ка мы еще раз глянем. Может, с этой точки как откуда-то вот здесь он крутится. Вот он крутится где. Тик. А что, это недостаточно? Побежали. А твою мать. Так, средил. Ну, примерно. Все. Головоломочка решена. Ну как головоломка? Это чисто на ловкость. Взрыв Гефеста. Слабая руническая атака, быстрый выброс энергии, наносящий небольшой урон от огня. Ну, блин, я не знаю. Ну, по мне так вот прикольнее, чем вихрь. Стандартный, классический. Из еще первых трех частей. Ну, по-моему, его лучше нет. Просто по урону там и так далее. Он по кругу захватывает всех мобов, если что. То есть тебя уже не окружат. О, здравствуйте.
И вот так вот. Вот одной подачи. И все, я две кнопки прожал. И он половину этих гавриков уже разнес просто. Кепки. Вы там давайте, бегите, бегите. Право, слева, да, мне без разницы. Вот так вот. Чик, 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 и погнали месить. Ай, не дадут. А, тут две дырки, да, теперь? Справа! Ай, блин, я тогда куда-то в стенку там уперся. Может быть, стоит отступить? Да нет, не стоит. Тем более отступать некуда, за нами Москва. Ха-ха. Ничего себе, малой там уже фразочки выдает. Давай. Поехали, покрутимся, повертимся. Ты, говорит, меня бесишь. Все, да? Закрылись отверстия. Окей. Мимир, если ты знал, что мы боги, зачем было выдумывать, что Один хочет раньше нас успеть в Йотунхейм? Не проще было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них? Но этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство. А лифт у нас тут находился. Я думаю, что-то его не видно и никак его не достать. Он пока заблочен. Ладно, как хотите. Знаю, да, символ предвидения. О! Как здесь оказался? Все. Мы так подкрались бесшумно. Куда лезут они вообще? Вроде все. Вот тут наверху у нас еще один ящик, а может быть даже пару. По-моему, даже два. Там из-за нехватки способностей нельзя было туда пробраться, так что сейчас все сделаем. Если они опять что-нибудь не сломают. Тоже дело рук Одина. Конечно. Так. Красная. Вы с мамой всегда говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым. И Фрея. Кто злой, так это асы. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый магний нас одарит. Где что-то это красная хреновина? И еще пожалеет, что с нами связались. Может, она внизу совсем? Вряд ли. Ну, давай проверим. Да нет, подожди. Нет, все-таки я проверю. Может быть, она где-то тут. Нет, тут мы ползли в самом начале. Если спуститься пониже... Нет, она бы ярко светилась точно. Но я пропустил один сундук. Вот такой. Берет. Чуть бабла. Ладно. Так, вот эта штука. Ее только с этого ракурса можно заметить. Да, бежишь, ты на нее смотришь. Подходишь к сундуку и не видно. Окей. И берем сундук. Не помню, там внизу что-то было, нет?
Вроде нет. Не, стой, не туда. Он же там где-то спускался, вот рядом прям совсем. Или это было выше? Так, походу это было выше. Ладно. Кстати, надо ноткой топнуть, чтобы похилить. Здоровье половинка. И, по-моему, ярость стала медленнее как-то расти. Бля, был бы лифт, быстрее гораздо бы туда дошли. Но сейчас пока это все обходить. Опа, здрасте. Тор обвинил меня. Меня в том, что ты сделал с Магни. Родной отец назвал меня трусом. И слова меня обошелся. Кати! Или мы тебя добьем? Ах ты, ублюдок! Да, куда там ты лезешь? Нет. Побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Ты убил вопреки моему запрету. Вышел из себя. Ты сам учил меня убивать. Что он хотел-то, я не понимаю. Мы боги, мальчик. И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да. Но чтобы защищаться. И никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство бога приводит к последствиям! Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Язык свой прикуси, щенок. Как скажешь. Окей. Батя наругался. Не, ну правда, чё он мочит всех без разбора-то? Ага, не надо было ему давать пить, он дикий совсем. Пинок. О. Кто такие? Ну-ка, другими стрелами. Что-то они какие-то странные. Либо они прячутся. Ну-ка, давай так. Батя разберет. Ну вот как-то одну зацепил неплохо. А две другие как-то не очень. Так, минус одна. Я дам в рожу, мне долбанул. Не, мало их вообще не станет, у них, короче, походу иммунитет к электричеству. Ладно. Добьем клинка. Думай,
головой, мальчик. Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо, мне есть что-нибудь сказать. Ты не будешь вмешиваться, я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю что, да, это на PS4. Я прохожу на PS4 на фатке. Первая практически самая релизия. Брал еще, по-моему, в 2014 году. Или в 13-м. Мне, кстати, не нравятся вот слимки, потому что они очень шумные. А прошки, они греются. Такое себе. Короче, я не вижу смысла менять их. Ладно, мыло. Нахрен они примерно одинаковые. Так, это у нас срезка. Это у нас срезка. Где взять тот самый заветный камушек, чтобы эту ересь прочитать? Это все факела. Может, малому стрим не сильно шумит, про шумит сильнее. Но тогда, значит, они оба шумят, как просто сраные боинги. У меня у кореша вот этот, как его, Слим. Ну, я не помню, в каком году он ее брал. Короче говоря, просто когда он диск вставляет с какой-либо игрой, практически неважно с какой, она так заводится. У меня фатка работает в разы тише просто. Там аж просто это шум сидишь и, блядь, просто слушаешь этот самолет. Когда он диски гонять начинает, жопа полнейшая вообще. Но они шумят, потому что охлаждение такое. Бля, как же эту штуку-то прочитать? Фатка на втором месте по шуму, а брошка на первом. На третьем слимка, вообще меньше всего шумит. Чистка поможет от шума. Так она у нее новая, понимаешь? Он у вас магазина брал. И все равно она свистит, как сраный Боинг. Просто диск в нее оставляешь, и уже сидеть тошно. Я вот о чем. Да, как-то можно же. Как-то же можно вот туда пробраться. Или я тот сундук уже подбирал, не помню. Нет, не подбирал. Я вот свою плойку я купил, ни разу не чистил, и она не шумит. Бывает, знаешь, когда в очень жестких моментах она у меня посвистывала, короче. Когда Last of Us 2 проходил, я слышал то, что вот она прям диск начинает крутить, и вот от этого сильно, короче. Но все равно. Прошка, кстати, в два раза мощнее, у меня слимка. Ну, я не знаю, я прям не вижу какой-то... Вот если у тебя тоже же все зависит, какой смотря телевизор, да, к примеру. А так разницы особо-то никакой. Ну, ты вот 2К, 4К не отличишь, мне кажется. Убьем их! Да и в 4К особо игр-то нету. Блять, малый агрессивный вообще. Зря они ему бухать дали. Давай, добивай что-то. И он его теперь не бьет. Не знаю, может быть, конечно, есть предположение то, что у меня какой ревизии. Они же там, по-моему, несколько ревизий было, что у Прохи, что у Пат, Слим и так далее. God of War на обычных PS4 30 FPS. God of War на прошке может до 50 доходить, держится до 40. Ну это, наверное, очень в определенных сценах надо до 50 доходит. А, этот зал, но нужен другой путь наверх. Я вообще думал God of War для начала, в начале запустить ее на этом каком, на компе, но решил потестить карту захвата, и поэтому ее подключил к плойке четвертой. Ну,
Автозахвата, короче, не подводит. Да, в принципе, что, 50 или 40 кадров там особо ты не заметишь. Все равно это все как-то более-менее плойкой плавно сглаживается. Ну, это есть, конечно, лизо. Просто они там обещали такие охеренно неэвоционные, короче, игры, там, то, что вы там будете кайфовать просто от каждой игры. Они же покупали эту прошку, которая стоила, по-моему, в два раза дороже. Ну, а по факту они выпустили три игры и успокоились. Или сколько там? Ведьмак они, по-моему, выпустили на прошке. Они выпустили... Что еще? Да, наверное, как обычно. Ну, в общем, не так уж много игр, как они обещали. Поэтому вообще не вижу смысла в покупке. Роки. Сейчас, если переходить с PS4... Забыл, чему тебя учили. Лучше не на пятый, лучше на ПК переходить. Я думал, тебе не по нраву мой тон. Потому что плойка свои эксклюзивы потеряла. PS5, во-первых, и достать тяжеловато. И стоит дорого. Комп в разы быстрее купится, скажем так. Плюс еще вот они обещали там, вот, типа, покупайте нашу плойку пятую, будет все классно, и столько игр. А, короче, по факту-то что? Они кроме Returnal, что еще? Чтобы-то ничего не выпустили, короче. А, ну этот еще какого? Ремастер Demon's Souls. У кого была третья плойка, я думаю, в него уже наигрались. 50 тысяч стоит, сейчас они появляются все больше и больше. Они у нас появляются, только они стоят 80 тысяч с диском. Ну, с приводом. 80 просят DNS. У нас кроме DNS никакого магазина больше электроники нету в городе. Город маленький. Так что вот. Откуда у тебя эти клинки? Просят 80. И диски появились на пятую плойку. До этого еще продавали DualSense. Сейчас, наверное, тоже они стоят. Но исчезли с прилавков у нас в магазине от Карабокса оригинальный. Ну, Xbox One геймпады. Не купить. Я тебя слышу, но это не темы для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А-а-а. Поздравляю. Ну, видишь, если заказывать в интернете, а что тебе пришлют, опять же? Где гарантии, если она у тебя через неделю не полетит? В магазине, если ты купил, как бы, я вот так полагаю, что если ты покупаешь какую-то технику, ты можешь прийти, если что, с этой техникой случилось, показать чек продавцу, и он тебе это вернет, как бы. Либо деньги, либо возьмет в ремонт, там еще, ну, там всякие эти свои там эти, как его, тесты там проведут и так далее, скажут, в чем поломка и так далее. А когда ты заказываешь с интернета, ты в следующий раз можешь с продавцом вообще не связаться. Есть, конечно, такие магазины, с которыми там, ну, как бы, и отвечают хорошо, как бы, и сразу же можешь там и возврат попросить, и они тебе деньги вернут. Все по-разному бывает. Все зависит просто от ситуации, смотря у кого заказывать. Я заказывал свою PS4 Slim в МГЕ. Привезли новую. Запечатанную упаковку, коробку и год играю, уже все идеально. Я понимаю, да. Я вот так же купил, также на Авито. Я с молодым человеком связался на Авито. Я заказал, точнее, как заказал, я ему деньги переслал. А он мне чек, то, что вот он сходил на почту, отправил мне третью плойку прошитую. Вот она тоже до сих пор работает. Но до этого я покупал вторую плойку. Тоже она была чипованная, тоже на Авито, тоже с чуваком списал. Он прислал мне консоль, но она читает диски вообще через жопу. Она читает только лицушные, хотя должна все читать. Читает, если хоть одна малейшая царапинка, то она сразу же брыкаться начинает. Понимаешь? То есть продавец уже не составил. Но это Авито. А другое дело, когда магазин тебе запакованную отправляет. Но пока она доедет из точки А в точку Б,
до магазина, с магазина до тебя. Там еще может на почте много чего измениться. На почте бывает посылки ногами пинают, чтобы нет. Так что все по-разному может быть. Слава богу, то, что плойки хорошо запакованы. У них там есть эти всякие там противоударные, там эти пенопласт, там и все такое, как бы видишь. Раз на раз не приходится, короче, я вот о чем. Когда-то повезло с покупкой, когда-то может и не повезти, на все это как бы ответ, уповать не стоит. Ситуации разные бывают, но бывает, что бывает очень хреново. И вот дело в том, то, что ты потом можешь не предъявить. А деньги ушли, денег нет. Денег нет, но выдержитесь. Просто шумит, как самолет, даже новое. Но я согласен. Стрим уже совсем день и ночь, если сравнивать с остальными. Там и новая HDMI версия, Bluetooth 4.0, и Wi-Fi ловит дальше-то. Может быть. Потребляет меньше энергии в два раза в фатке. Ну, ты прям засекал, сколько она у тебя киловатт жрет. Это, я думаю, вряд ли. Ого! Это легко! То, что заявлено продавцом, это чисто может быть маркетинговый ход. Ну, и вот, насколько я знаком с, ну, со Слимкой, товарища, ну, потому что есть, мы сидели у него в гостях не раз, как бы, играли без диска игру, и с диском игру. Она свистит, что пиздец. Она была новая у него. Ему жена подарила там, день рождения, по-моему. Вот, она довольно-таки шумная, просто по сравнению с своей. Если был бы там, знаешь, вот у меня стояли бы одновременно три консоли на столе, Pad, Slim и Pro. Плюс еще, допустим, какие-нибудь разные ревизии желательно. Желательно, конечно, последние ревизии, то есть Pad-ка последней ревизии, Pro последней ревизии и Slim последней ревизии. Я бы тогда мог сравнить чисто вот по децибелам, замеряя, допустим, как какая лучше свистит и сколько она, допустим, в киловаттах меньше жрет. Но по сути, вот, я насколько заметил, по тому, как мы находились в комнате, играя на сейных консолях у себя дома и у товарища, мне вот совсем это не понравилось, то, что она очень сильно шумная. В характеристиках написано официальное сравнение на сайте PlayStation. Может быть, может быть. Но не забывай, они также нам обещали гейминг 4К. Просто лишь бы купили про версию. На заборе, как говорится, тоже хуй написано, там дрова лежат. Как это было? Не, я не спорю, может быть, я в чем-то, конечно, я не настаиваю на этой точке. Она может быть действительно чуть-чуть меньше жрет. Но просто, знаешь, если ты заплатишь там на 30 рублей больше в месяц, если у тебя фатка, то, по-моему, это даже будет дохуя. Потому что, ну, киловатты стоят херню, как бы. К примеру, я вот, допустим, в месяц плачу за свет, пользуясь там, я не знаю, всеми там гаджетами, хуяджетами, всякие вот это. Короче, у меня за свет выходит рублей 700. Если у тебя там, допустим, будет Pro-версия, либо у тебя будет Slim-версия, у тебя, наверное, разница будет, ну, рублей 20, и ты не заметишь вообще. Если это как-то можно, то я не знаю. Как тебе God of War? Я еще проходил, когда она выходила только, я ее купил на четвертой блоке. Со скидкой. Неплохая игра. Решил просто перепройти, потому что я до этого проходил первые три части. Я до этого не играл в первую и вторую. Ну и до кучи я, короче, решил все пройти просто по порядку. Будет. Да и тут поспоминать просто, что тут как. Так-то игра забавная, и графончик, и рисовочка неплохая. Будет. Ну, это я говорю, то, что заодно карту захвата потестить. А то она у меня что-то шалила немного после покупки. За тобой, Драугер! Бывало, отрубала трансляцию. Не знаю, с чем это особо связано. Так вроде, дрова установил, покрутил что-то. Я фанат их, фанат Bloodborne, Elden Ring, Dark Souls. Владик прошел на платину. Я вот хочу. Так, подожди, я дочитаю.
дополнение на 100%. Это была сложная платина. Ну, естественно. Как бы платина — это вообще в целом сложно. Я вот все не могу дойти до Bloodborne. Я прошел первый Dark Souls, прошел третий Dark Souls. Точнее, третий Dark Souls я как-то выпродал его больше, чем прошел. Bloodborne начал играть, думал, блин. Так, немного это. И как раз просто в тот момент, я еще на канале, я проходил Elden Ring. Вот, и что-то как-то он очень много у меня времени занял. Я решил пока вообще от Souls-лайков немножко отдохнуть. Вот, но я успел как раз перед всякими санкциями и так далее, короче, я успел купить Bloodborne. Вот, он установлен, он имеется. Так-то. Надо будет взять, точнее пройти. Надо будет пройти как-нибудь Бладик. Я вот думаю, может как-нибудь осенью взяться за него. Смотрим, короче. На прошке Dark Souls 60 FPS. Обычный отрицательник. Я играл на компе. Я думаю, что все-таки на компе такие игры надо лобать, потому что точность. Вообще, я ждал до последнего, пока все-таки в тоннелях видны следы пребывания у нас дракона. Будет появиться, точнее, обещанный Bloodborne на ПК. Ну, и как все было? Но, походу, этого никогда не произойдет. Их сейчас более какие-то, знаешь, знакомые тайтлы, более такие казуальные тайтлы их интересуют, типа Uncharted портануть. Какой-нибудь этот, как его, Паука того же самого. Вообще, плойка очень зря, то что теряет эксклюзивы. Но это, как говорится, им виднее, у них своя маркетинговая политика. По идее, это чего, у Плойки осталось из эксклюзивов только Bloodborne и Until Dawn. Что тут сказано? Сказано, не буди его. А еще Цусима. Да ладно? Мы убили всех, кого встретили в этих горах. Кто следующий? Ой! Надо было там, наверное, да, разбить эти немножко красные штуковины. Так, я думаю, Яру рановато, да, еще юзать. А так я до него хер достаю. Окей. Вот у меня Elden Ring затянулся что-то вообще по-жесткому. На 180 часов как-то я не особо рассчитывал. Я предполагал то, что она длинная. Ну, бля, падла. Но не настолько. Тра-та-та. Тра-та-та. Вот эти вот ребята недолговечные, как-то быстро подыхают. Так, ну минус один. А, у меня до сих пор Яра, я что-то не обратил внимания. И рак просто всю толпу разнес. Чего тошнит? Надо было пить меньше, мало. Она бухается, потом тошнит их. Так. Подожди, только что же Яра горел. Ладно. Собираем пожитки. Тик, 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 тик. И все. Блин, мне кажется, катушка это неспроста. Мне как бы сюда, но явно потом. Ну, а, подожди, нет. Тут просто у нас сундук, получается, тусуется. Угу.
где там еще один зеленый шар? Я так быстро не успею. Единственное, если только потом эта платформа будет как-то опускаться. Вот еще один. Зачем-то. Ну не через стенки же, подожди. Ладно, это странно, но давай. Вот сюда. Ну вот, а дальше-то что? Мне это не переместить ничего. За 10 секунд я не добегу. Вот до туда. Вот ту дверь запалить. Хрен его знает, короче. Я пока не знаю, пошли стенки взрывать. Так, малой, давай, фас, короче. На стеночку. Будем менять ландшафты вручную. Я думал, тут все взорвется к чертям собачьим. Нас тут как-то по-другому работает. Ты что, самоле там швыряешься? Хорош. Ну да туда мне явно не допрыгнуть. Бля, какие странные вот эти штуки. Думаю, они именно здесь, они как-то взрываются рядом и все. Вот они, бах-бах-бах, короче, лопаются и все. Что мне это дает? Ай, в жопу. Ты просто прям. Сын, сюда. Это какой-то. Привет еще раз. Найдите место из свитка. Ну ладно, это потом. Сюда, пошли! Ты бы батя руку подал, что ли? Не знаю, все равно мне как-то... Клинки хаоса мне больше нравятся классические, чем топор. О, ну тут только топор. Я уже забыл, как его мочить. Эй, о. Враг справа! Ну ему прямо в будку надо стрелять, это понятно. Чик. Крошка создана, чтобы получить все на максимум для полного кайфа игры. Может быть. Только были бы игры. Кайф получать. Просто по такой политике. Блять. По такой политике лучше сначала ждать. Ну, есть релиз консоли. Ждешь про версию, а потом уже всем остальным, ну, покупаешь там ее игры и так далее. Брат, ты живой? Блять, ну пизда мне, короче. А че с моего нити, как он не выпадает? Да.
Ну же, вставай, раньше брат! Мне было жаль их убивать. Сюда! Пошли! В атаку! Нет, стой! Бля, может если заново попробовать именно клинками, то что-то он душный какой-то. Ну-ка, старина. Понятно. Какого тролля убить? Древнего, в смысле? А ёпа мать. Нет, щит помощь не поможет. Посмотри, щит. И все, он закрывается. Его надо прямо в эту будку хуячить. Мы же с такими уже бились. Ты справишься? А пусть добивает. Мне какая-то. С него же должно вылетать вот эти вот камни, которые ему обратно в грудь зашвыриваешь, он взрывается. Сейчас что-то ни одного камня нет. Это уже третий на моей памяти, которого мы должны были положить. Сюда, пошли! Двое как-то нормально заходили. Тяжеловато пока. Сын. Так, ладно, не отвлекаемся. Мочим. Ученок бьет на площадь. Давай. Вот они камни. Плохо выглядишь. А че вы не... Невероятно! Подожди. Я что-то упустил, наверное. А, ну и дела. Вот камни я хотя бы сейчас увидел. Ему нужно еще вдогонку в этот камень швырнуть, что. Сюда, пошли! Сдохни! Сын! Ну, уже получше. Тихо. Оп. Да, блядь. Камни-то дай подобрать. Ты гнида, что ли, сраная? Теперь он наконец-то взорвался у него внутри. У тебя все, блядь, в порядке. Я под подачу падаю. Ну же, вставай. Окей. Надо как-то закреплять, чтобы он не попадался на его удары на площадь, когда он лупит. Сдохни! Нет, стой! Я думаю, то, что нет, да, смысла его вот этим вот кидать. Хотя, да, попробуем. Не, вообще не то. Давай. Ну.
А чё нет? Вот, вот они камни. Бля. Исцели себя. Ну да. Да хера мне даст это исцеление. Брат, нет. А, ладно, давай перекур сейчас 3 минутки, я подойду сейчас. Дальше пострадай. Сдохни! Стой! Тут у нас тоже особо ничего такого нету. Ну давай. Гнида. А ты заебал. А малой тут ничего не сделает. У тебя все в порядке. Да точно. Ты
Все завис. Блять, еще эти камни взрываются в тебе. Прям в руках. Значит, это все? Сюда, пошли! В бой! Стой! Ну давай. Прям вот подачу прыгает. Правый фланг. Ну. Блять, полечи с тобой. Брат, ого. Вставай, брат. Я вам даже половину не сношу. Сюда, пошли. Пойдем. Сдохни, сын. Справа! Да, сука, все равно задело. Ёбаный ты почеши. Ну давай. Исцели себя. Было бы чем. Блядь, ну как? Да, просто замечательно. Уходила. Бой! Нет, стой! Блин, у нас же вот тут еще полно места. Go!
Пока есть колонны, я могу спокойно уворачиваться. Я просто думал, что у меня места гораздо меньше. Ну, просто тут не видно ни хрена. Ого, невероятно! О, как оно прилетело. Ну, давай добиваем. Хорошо, ладно. А вот там что-то бла-бла-бла. Просто тут не видно же ни хрена. Я думал, что тут вообще типа ограниченное пространство. Она заставляет с ним биться вот на этом пятачке всего. Все гораздо проще. Так, сундук есть. Давай сначала сундук. Пришли мы, получается, оттуда. Вон там еще какой-то проход есть. Вот это что за ход такой? Портим обстановочку. Нам походу по сюжету то вот сюда как раз. Давай тогда глянем, что там. Ну давай, да, да, чем я до упора там посмотрим. Чё, да? Упор. Куда можно пройти? Ведь ни хрена не видно. Так, ладно, тогда давай, короче, мы все-таки туда пробежимся. Возможно, они между собой связаны. Ну, может быть, тогда тут наверху какая-то а-ля секрет. Неважно. Мало тут прочитает пока. Скорее всего, да, вот там вот по прямой можно выйти как раз к той телеге. Пойти направо. Нет, нет. Я по компасу надо глянуть, куда вообще ведут. Так, фигня какая-то вообще, как обычно. Дядька-то сюжетный. Значит, назад. Будем тогда ломиться вот на телегу, посмотрим, что там. А, там просто она подходит к этому, к сундуку. Когда видно было хорошо. Сюда, пошли! И все. Давай глянем. Так.
такое? Что это за броня, которая просто дает плюс 2 в одном статусе, причем с учетом того, что она фиолетовая. Она тебе плюс 2 дает в одном пункте, но в остальных пунктах везде минусы. Что за фиолетовая броня такая? Отстой дают постоянно. Не, я не знаю, может быть, конечно, это вкачать, если до упора, то может быть она там тебе чуть приростов по всем пунктам даст, но такое себе. Потом просто будешь сидеть без ресурсов, скорее всего. Ну-ка, давай, качаем. Создать, ну, допустим. А, везде минусы, минусы, минусы. Херня. Дальше. Здесь даже золотая. Плюс 16 восстановления, все остальное по минусам. Ну и нахрена вообще они тут делают? Жопа какая-то. Улучшить. То есть синюю ты вкачаешь, у тебя все. Плюс один просто. Не знаю, такое себе вообще. Идите в жопу, короче, с ним прокачкой. Так, вершина вершиной. Ну давай мы сначала, да, вот сюда. Угу. Выше. Мы к Бальдеру идем. Выходи по одному. Что не так? Писька. Писька горит. Качественный сделаем замес. Работаем чуть-чуть. Остальных так доковыряем. Подругались. Ну, уже вполне 6 левел подтягивает. Уже получше даются мобы 6 уровня. На 7 еще слабоват. Ну и все. Ярость потерял, но остальное, в принципе, почер. Кульмиров. Хорошо. 3 из 18. Вот это она нужна была. Ну, по ресурсам для прокачки. Не помню. Одеваться надо теплее, я вообще без шапки. Только тиски прикрыл и все. И не жалуюсь. Ладно, ну хотя бы полное здоровье, а там дальше посмотрим, как пойдет. Ну, по-любому с Бальдером надо молохаться. Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться.
Вот, наконец-то. Только мы оттуда заходили. А можно открыть вот это вот дело? Ну так, типа. Короткий путь. Но вдруг пригодится. Мы что-то как-то с другой стороны обошли, посередине горы забрались. Ладно, тут на нас тоже народ нападал. Сейчас, походу, уже никого не будет. Понял. Вот тут у нас с левой стороны был сундук какой-то, да? Ну вот, ну нахрена вот это? Куда даже если ровно навтыкать, как бы все равно. Вместо трех пунктов ты просядешь по двум. Почти на месте. Наконец-то. Ну да, хоть и надо в обход идти. Откройте пароход в Йотунхейм. Ну, естественно, сейчас никто не сдаст этого сделать. Жди. Вот еще что-то было, по-моему. Так, плюс-минус какие-то ходы помню. Ну давай, встреча с Бальдром, номер два. Где-то тут. Где-то тут. Ну где-то тут. Нет. Стоёмы. Заново, да? Да, вот это, наверное, самая мудацкая механика в игре. Ну я ж попал. Спокойно. Конец. Ого. Йотунхейм. Вот и он. Это не все. Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! А? Что, скучал? Беги, сын, за врата! Нет! Я тоже бог! Я справлюсь! Быстрее вас! Серьезно? Бальдер, отпусти их! Возьми меня! Я сделаю зомби! Все это время я думал, что мне нужен ты! Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Ломали нахрен врата? Не, ну Бальдер определенно самый харизматичный, наверное, среди всех тут. А нет, ты еще гном. Лысый, который. Ах ты тупой ублюдок! Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь. Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Пусти! Успокойся! К этому ты не готов! Я готов!
Я готов. Тупой баран. А я-то думал, что у меня семья хреновая. Твой отец прав. Как-то ты, ну, совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Атрей! Фантом не выкинул. Этот соплей. Все, полет на аватаре. Ты никогда не сдаешься! Жалко то, что Бальдера под конец нету. Нет! Рост моего сына! Я бы этого персонажа прямо еще и на закусон оставил, ну в смысле до последнего вообще. Просто с его харизматикой. Слабак! Меня не остановишь! Я тебя сломаю! Когда же вы сдохнете? Никогда. А ё-моё, чё с ним? А чё-то хер на какую сторону уворачиваться? Нажимаешь на одну. Вот, теперь походу получилось, наконец. Закрываемся. Вот. А малой в отключке, ему вообще, в принципе, по барабану. Ну мы еще раз не встретимся, да? После вот этой вот битвы. Я вот не помню вообще. По-моему, еще не все. Мягкая посадка. Я так полагаю, что нам прямо. Он так прям настырно, он никуда не смотрит, просто туда прям бежит. Кто мне тут мост открывает? Эй, я задал вопрос. И было завали. Ты опоздал! Дело сделано! Когда этот мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя! Все кончено. Да ну. Пусть так. Послушай меня. Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Что ты наделал? Сын! Мир мертвых? Как он там? Я забыл, как называется.
Лампа рвут просто. Ну, я сам дурак, сейчас спалил всю контору. Сын? Я тут! Не двигайся. Где он? Я тут, это где? Я тут. А где он тут? Да. Когда-нибудь. Надо сначала найти, ну. Он, наверное, наверху. А вот он где вообще. Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом. Наругал батя. Ну правильно, что он себя этот. Слишком привольно ведет. Так, а мы можем как-нибудь. Вот это. Я вот там сундук видал. Вот, Хальхейм эта штука называется. Мир этот. Нет. Никак. Ладно, поперли наверх. Как холодно. Это Хель? Не просто Хель. Это худшее место в Хеле. Берег. Вижу корабль. Сядем на него. Он проделает лишь половину пути до храма Тюра, но зато хоть отсюда уберемся. Главное, сундуки мне показали. И хранитель моста не пускал сюда смертных. А собрать их никак. У него сердце, и вот мы здесь. Надо же, как все повернулось. Трума! Сын? Это не я. Так, вот тут как-то можно же, да, сюда пройти. Вот за сундуком. Какой корабль они тут увидели? Я вот ни одного не вижу. Сейчас позырим, посмотрим, узнаем. Здрасте. А, вон тот. Вон туда мне надо. Я понял, принял. Пацаны даже появиться не успели. Где малой? А, вообще перед мостом еще стоит. Но он там сам затупил. Пойдет. Там ничего не выпало. Ладно. Это как для носа, как будто его еще, знаешь, потерять можно. Малого из вида, там, знаешь, потом ходи его ищи. Он все равно по скрипту за тобой бежит. Это был я. Но мы боги. И можем делать все, что... захотим. Отвернись, сын. Хельхейм помнит все. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Пик. Это был не я. Я бы так не сделал. Тебе нельзя об этом думать. Не здесь. Да. Надо идти дальше. Да. Он, пацан разговаривает, а губы у него не шевелятся. Но нам явно не сюда. Давай забираемся тогда тут. Пик. Голова, что это? В Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники.
Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Покинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Разумно. Мимир прав. Это иллюзии. Это был не я. Нет. Это тот, кем ты станешь. Слушай, если будешь я мудаком. Знаю, что мы тут из-за меня. Но я нас вытащу. Честно. Это я нас вытащу, а ты будешь слушаться. А ты щенок еще. Я не такой. Да уж, надеюсь. Тебе не мешай. Ну давай, наверное, попробуем еще ниже сползать. Там наверняка какая-нибудь нычка вкусная. Где пацан? Ну его нету со мной. Ну хоть сундучок. Как говорится, мелочи приятно. Ну, думал, это вообще стреляет через мост, что ли? Не, ну хорошо, лук прокачан, как бы некоторые мобы до меня просто даже не добираются. Да, малой прям через бетон стрелял. Ну, ему похер вообще. Не хочу торопить, но быстрее нельзя. Дай подумать. Стоять, Зорька. Сейчас все будет. Нет, тут думать-то тут нечего. Блин, а как же я тогда одновременно открывал их? А, точно, тут топором. Может, нужно наполнить обе ловушки? Тут топором, да, прижимаем. Обратно на мечи. Вот, и вот эту двигаем. Все, теперь открыто. Ну-ка, давай, кто круче? Чуть не подох, только не видно ни хера. Кто-то шлепуху кто-то кинул, ничего не видать. Молодец, потом он шалит. Легендарный предмет, да, хорошо. Клинки хаоса. Начнем как-нибудь. Так, это у нас проход получается к кораблю. Но мы еще сходим вот сюда. Как пройти? Жди, может быть, отсюда? Да. Тогда понятно. Как даже жить не успел. Накурили его просто. Так, мы эту штуку, получается,
Так Кратос не прыгает. Ну, подвинуть ее. Не знаю, давай до конца. Значит, оттуда он должен запрыгнуть. Нет, не берет. Ну, тут только этим. Проб ошибок. Пойдет. Ну вот, враги только нам пытаются на тебя нападать, малой уже чик-чик-чик расстреливает, причем он постоянно, ну, часто находится в нужных местах. Иногда бывает тупик неимоверно. Похер, сейчас пойдем туда. Будем подслушивать. Я бы никогда не согласился. Слушай, ты не имела права. Я имела право. Я твоя мать. Ты не имела права, ведьма. Нет вкуса. Нет запаха. Я даже не чувствую, жарко здесь или холодно. Пиры, выпивка, женщины. Все исчезло. Но ведь теперь ты никогда не почувствуешь боли. Сама смерть над тобой более не властна. Предпочел бы умереть? Чем лишиться всех чувств? Да. Да. Я бы лучше умер. Да. Верни мне все, мать. Не могу. Верни. Верни. Верни мне все. Это уже невозможно. Сын, поверь мне, однажды ты все поймешь. Ты все поймешь. Давай. Нет. Да. Не пойму. Давай. Давай. Ты мне жизнь погубила. Милый, мы можем это обсудить. Послушай, поверь мне, я знаю, нет. Когда... Нет. Если ты не можешь это исправить, давай. Давай! Сын. Давай! В общем, мамаша сделала Бальдером бессмертным, и он говорит, верни все как и было. Она говорит, нет. Он говорит, я тебя убью. Нет, он не стал ее убивать, кстати. Мы еще, по-моему, с мамашей его будем биться, потом только с Бальдером еще раз. Когда он силу уже потеряет. Как-то так, что-то точно не помню. Что ты со мной сделала? Что ты, что со, ты мной со мной сделала? Его мать. Почему ты молчал, голова? Ты не поверишь, я забыл. Не поверю. А, Фрейя, видимо, вот это вот, это его мать? К чему я забыл совсем. Вас подобное? Мы пришли. Но имей в виду, разговор не закончен. Жалкий трус. Какой же я... Ты, оказывается, его мамашка. Так, давай мы еще сюда сходим. ПП-шечек наберем. Вон тут у нас есть... Сундучок с левой стороны. Я не знаю, доберется он или нет. Угу. Именно он мне нужен. Так, ну и все, и двигаем на корабль.
Да, пока на нас никто не нападает. Эй, подожди, я не хотел яру включать. Слава богу, что ее можно отменить. Нет, топор не пойдет. О. Какой хаос. Когда я убью тебя, придется многое сделать. Поспешим. Подожди, как раз наоборот, не будем спешить. Давай осмотримся, что тут можно взять полезно. Я же отсюда пришел, да? Сюда нам зачем подниматься можно? А. Я понял. Ё-моё. Вон там какая-то штука. Зачем ее можно двигать? Сейчас проверим. Корабль подождет. А, ну вот как раз те, тот сундук, который я видел в самом начале. Сейчас надо повнимательней. Ищем неприметные знаки. Погоди-ка. Наверху ничего. С этой стороны. Не знаю, пока не видно. Выше я могу забраться? Да, эту штуку вытаскиваем. Да все, отпускай. Так, это там нам разрешит подняться наверх. Но. Я ж три символа-то взять. Вообще даже ни одного не вижу. Вот один. Подожди. Как-то надо с другой стороны подойти, чтобы треснул по нему. А, вот. Только так. Примерно. Блин. А, все. Первая. Вторая. Ну, третья, как обычно, хрен найдешь. Ладно, давай за сундуком поднимемся, может быть, что-то там найдется.
он третий. Достать. Может быть, прыгнуть оттуда? Да вообще никак. Кстати, чуть-чуть топор не долетает. Но это все уже, типа, у меня предел. Может быть, мечи достанут? Но вряд ли. Да. Так и хер раз два крата спрыгает на такую длину. Бля, что делать? По-моему, это ближайшая точка, откуда я ее могу достать. А какая в жопу Трума? Не знаю, не достает он что-то до нее. Давай еще раз я попробую. Да не то. Хотя подожди. Я еще раз попробую отсюда ее по этот. Покидать. Ну, это вряд ли. Вот чуть-чуть он не долетает и все. Может быть, надо вот этот кубик двинуть еще дальше. Может, как в третьей части не может, да, их вертеть? Да, только вперед-назад. И все. Если тут зайти, нет. Ну, давай вот здесь его оставим. Может быть, отсюда, если он на кубик залезет, будет видно. Нет. Да хер его знает, короче. Может быть, еще на самый верх. Лучше попробовать залезть. Хотя отсюда никак. Ну, не попадает он. Да, он как цель его не видит. Я не знаю, может быть, это надо типа учитывать в начале уровня прям. Но так он его не видит. Не долетает он чуть-чуть. Не знаю, короче, как это сделать. Охер. Не уверен, что на нем можно плыть. Можно. Так, давай, наверное, перед кораблем сделаем перерыв. 3 минуты. Сейчас я подойду. We'll be right back.
На корабле мы явно будем долго плавать. Он таки большой. Как он поплывет? По воздуху. И что? Не мешайся. Так я припоминаю, вот эти вот огни надо будет поддерживать. Точки мы потом разобьем. Это вот места. Открываем. Что сделать? Ты пока ничего, мало. Уже да, ты уже накосячил. Все, да? Все, запускаем корабль. Паруса целы. Ура! Летучий голландец. Славно. Но помни, корабль одолеет лишь часть пути. Храм Тюра находится наверху колоссального водопада, а мы, увы, внизу. То есть, если даже мы доберемся туда в целости, нам нужно как-то подняться вверх по водопаду. Ваны построили великий корабль, и он мог летать. Скидблоднир? Да. Потому что он был так закрыт. Так, Скидблоднир. Не был. Другого корабля у нас нет. Так что пойдет и это. О, понеслась. Наткнулись на самый большой айсберг, какой я видел. Ну, огонь хотя бы греет. А теперь? Толкать будем. Вручную. Работает. О, это можно тут сделать. Давай, рубим. Не мешай отцу. Не мешай, батя. Батя работает. Ты паруса спустил? Пойдет. Все. И дальше полетели. Что не летим? Может еще покрутить тут? Ты спустил паруса? Но они должны ловить ветер. Я помню, что мы долго будем плыть на этом корабле. Потом все разломается. Мы вправду летим. Ну, как воздушный шар, короче, сделали. Прототип. И мы снова застряли. Ненадолго. Ты жди здесь. Ого, еще рубить надо. Огромный небесный фонарик. Еще рубить надо. Может, опять эту штуку надо покрыть? Нет. Лечилок полно. Две горят. А, подожди. Вот тут проход какой. Не заметил. Будем забрасывать якоря. Ладно, давай мы, короче говоря. Мы застряли на мосту. Может помочь? Да сейчас, подожди. Я сказал, ты жди здесь. Хорошо, жду. Он во второй раз начинает размахивать своим топором.
Быстрее, ну блядь. В ребро попал. А давай прям тут ее зафиксируем. Хватит мне подняться. И хватит. Только туда ли мне надо? Не, давай, кажется, на самый верх. Для чего это вообще? Корабль застрял на мосту. Да заткнись ты. А музычка пошла. Подозрительная. Ладно, это потом. Бля, для чего это все? Поднял нахрена то, чтобы обратно брус скинуть. Давай еще раз наверх. Ну все, ну это точно максималка. А, может быть, оттолкнуть его как-то? Нет. Бля, тут не пробраться. Здорово, Илюх. Что же делать-то? Она-то явно не перерубить эти. Его надо как-то походу оттолкнуть, да? Вот тут чемодан лежит. Вверх никак не забраться. Корабль застрял на мосту. Да я понял. Блять, тут ход только один. Эти штуки точно не рубятся. Блин, зачем-то ты эту решетку поднимаешь, правильно? Не только чтобы сундуки поднять. Чтобы увидеть вот эту штуку. Получается, главную мачту. И он не прыгает. Давай попробуем топором зашвырнуть. Вообще не вариант. Блять, как эта хрень-то все работает? Ну, я хотя бы до сундука добрался. Извини, отходил по делам. Да ничего страшного. Я тут завтра на рыбалку собираюсь, кстати сказать. Вообще особо не рыбак. Последний раз я был с нашим барабанщиком. Просто его невестный. На рыбалке это было, блин, наверное, лет 5 назад. Блин, никаких взаимодействий вообще.
Корабль застрял на мосту. Ну так, вот эту хер я не заметил. Мост сломать. Жди меня там. Вот, теперь он повыше застрял. Алкаш и собрался, так и говори. Рыбак спички вряк, моряк спички вряк. Моряк хуяк и так далее. Да, любые производные от этого слова подойдут. Серьезно, я на рыбалке вообще как бы мало раз бывал. Ну почему бы не съездить, просто так нихер делать. Я, наверное, на рыбалке был, наверное, вот так вот по пальцам пересчитать. Но так как я в отпуске, и вроде как погода нормальная. Не такая, конечно, как хотелось бы. Почему бы не съездить? Надо чем-то заниматься. Сейчас весь отпуск простримлю. Такое себе. Учиться никогда не поздно. Удочки какие-нибудь закидывать, еще что-нибудь. Так, что-то эти куровы меня уже бесят. Ёбнутые маги эти. Все, кончились? Нет, еще одна падла. Залупа портуется. Точно, я про малого совсем забыл. Есть разговор, брат. Ты же понимаешь, что все кончено? Даже если мы вернемся в Мидгард, вы с Бальдером разрушили единственные врата в Йотунхейм. У нас нет вариантов, а уж мальчишка просто головная боль. Он такого возомнил о себе, что... Атрей, не твоя забота. Он станет заботой всех миров, если ты ничего не сделаешь. И не нужно большого ума, чтобы это понять. Какие нахуй на рыбалке фонари? Ты чё? Закуску-то, естественно, я не забуду. Надо чем-то питаться, как минимум. Утки, а то и двое. Тут все зависит от водителя. Насколько он наебается, чтобы за руль сесть. Но я про себя могу сказать, что у меня вот на природе алкоголь вообще не втыкает. Я могу запросто в жало там 0.5-0.7 водки выпить. Говорится, я столько выпил, а ни чуточки не пьяный. Блять, нихера я за его плеча не вижу. Оп, замораживаю. А, те, что бонусом под глазами появляются. Что там мне, блядь, с рыбами, что ли, драться? Атрей. Кстати, с грибниками. Давай вместе. Кто за грибами пришел, пиздится тем, тот, кто поехал на рыбалку. Но вообще разница большая, на рыбалку ты едешь или за рыбой? Просто можно сначала приехать получилось за рыбой, а потом, если клёво не будет, то тут уже рыбалка начинается. Сразись со мной и покончим с этим. Да, сын мой, пора. Нет. Снова этот голос. Ты знаешь, кто это? Я не знаю. Так, небеса Хельхейма, да? Что на нас никто не нападает? Держись! Ну прям Титаник. Ходи, Ди Каприо. Пока нет! Они идут сюда. Они идут костры тушить мои. Вот в чем за место.
стихийной ситуации. А не угадали вы, ребятушки. Они пытаются погасить огонь! Да, я вижу. По правому борту! Стоим со всех сторон. Надо просто для огня их убить. Ну как раз вот эти вот круговые удары хорошо помогают тем, то что ты и их рубишь, и заодно костер разжигаешь. Так, ну, по-моему, якоря, да, нужно сбрасывать. Гарпун, я его срежу. А как? Ладно. Первый вам попозже. Блять, тут со всех сторон просто на тебя прыгает. Так, ну вроде все, да? Ну ладно, малой там раскидывает толпу. А мы вот, теперь гарпун появился, короче, как этот. Как объект. Да ёпа-мать. Новая точка горит, ты можешь с ней взаимодействовать. Блять, я не знаю, может вас ебать надо всех. Все, никто теперь не мешает. Нет, они все лезут и лезут. Ну так и чё? Вот, вот точка горит, я же вижу. Ладно. Давай сначала всех размотаем, если они не бесконечны. Тут ничего не сгорело у нас. Вот. Наконец-то. Появилось взаимодействие. Получилось! Давайте второй раунд. Я готов. Голова, сколько нам еще до храма? Да, а то холодно. Еще пол корабля. Если сохраним скорость и огни не погаснут, скоро мы будем на месте. Сейчас нас фрегат расхерачат на пополам, да и все. Присядем мы немножко. Трума! Что Трума? Никого нету пока. Там мало с кем-то там воюет. Они пытаются погасить огонь! Слева! По левому борту! Вот потому, да, вот стреляй и все. По левому борту огонь погас! Сейчас. Мы их возьмем. Вот, и всем осталось по чуть-чуть. Давай еще, наверное, да? Подзапалим его побольше. Вдруг. Да нет никого. Прости, я не готов. Ой, ну вроде нормально, так разматываем пока. Без дел успеваю. По левому борту огонь подаст. Я понял. Да идем. Так, ты малой, давай, не это. Не расслабляйся. Постреливай. По правому борту огонь погас. Ну, ёпа-мать. Трума! Почти готов. Давай без добивания обойдемся.
Я даже не знаю. А, ну как-то они по скрипту бегают туда-сюда в основном. Все, давай-ка. Как говорится, жопа есть сам, давай, не маленький уже. О, второй прилетел гарпун. Гарпун чег. О, еще два. Ну, точнее, в целом два. Никого нет? Вот это вот обезьяна пятого левела, такое себе удовольствие. Там, кстати, две. Ну давай. Угу. Если бы эти сучки не портовались, было бы гораздо удобнее. Куда я денусь? Правда, вот надо немножко похилиться, походу. Хилов я больше что-то не наблюдаю. То ли я пособирался, то ли они исчезли просто. Отец, угу. Ну ничего. Вот осталось-то. Все, теперь можно полечиться. Надеюсь, время-то есть на сбор ресурсов. Все нормально. Тоже не торопит. Пойдет. Давай, скидываем второй крюк. Полетели дальше. Получилось! Острые горят? Ну да. Ну, нам лететь, походу, вот как раз до тех водопадов, скорее всего. Но нет, корабль почему-то поворачивает. Да я управляюсь, чтобы он поворачивал. Почему огонь не гаснет? Ты в магию веришь? Или клинки? А ручки-то вот они. Не, как говорил великий маяк Акопян, надо сначала обдумать. А то фокус не получится. Короче, плывем. Корабль маячит в сторону в сторону. То мы туда, то сюда идем. Кстати, да, правильно же говорить. Не путь, а ходить. Моряки не плавают. Такие ходят. Комплекс на мужика отпиздили. Пацаны вообще, ребята. Давай, 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 поджигаем. О! Да я столько что его запалил. Ну там по правому тоже не все в порядке. Не, ну прям это какое-то разнообразие в геймплее, то что там костры надо поджигать. И оборону держать, и на тебя прут со всех сторон. Но только жизнь надо успевать собирать. Еще крючки, отлично. Снова застряли. Брат, в нос лодки воткнулся гарпун. Тут много гарпун. Так, подбираем сначала хилы, потом все остальное.
Тихо. За мной кто-то большой несется. Вот этот вот. Там мы мелочи типа раскидали. Да ну. Ладно, они прут и прут просто бесконечно. Ну хоть как-нибудь я зацеплю его. Ну чуть-чуть вообще. Ну все, мелочи не осталось так-то. А, так и тот там в окурках. Блин, я просрал момент. Он меня долго ждал. Следи за ними! Я просто не совсем сразу заметил. Отец, не заходи на нос! Он отломится! Но нужно вытащить гарпун! Куда не ходи, здесь не стой. Так-то вообще весь корабль сыпется, ничего. А, кстати, да, гарпун точно. Где он, кстати? Где гарпун-то? О, нашел. Давай, лысый. Лысый еще тот пауэрлифтер у нас. И? Все. Пол корабля улетело. Ничего, налегке пойдем. Прям к воротам. Час пробил, сын мой. Посмотри, что ты натворил. Корабль сломал. Подумаешь. Зевс, что ли? Ну да. Прям флешбеки, флешбеки. Ну мы кунг-фу знатно пиздили в третьей части. Битва была легендарная просто. Скорее, надо уходить! Ты видел? Времени нет, смотри! Кратос вообще какой-то потерянный. Ты видел? Там корабль ломается. Он стоит в флешбеке, смотрит свои. У меня мысль! Гениально. Прям Капитан Америка. Капитан Америка и рыжий солдат. Ушатали корабль. И это твоя мысль? Вы оба чокнутые. Спасибо. Мы покидаем этот мир сейчас же. Главное не рухнуть обратно. Ну давай мы вот эту вот валькирию тут откроем. Она же тут, да? Ну, где? И где? Вот тут. Нет. Подожди, ты ли... Что это за место? Один устроил. Сразу ясно по абсолютному отсутствию вкуса. Так, подожди, один-один. А почему тогда тут две двери? Это, по-моему, древо, типа, где мы перемещаемся между мирами, только мы как будто как на втором этаже. Не здесь ли Один хранит подсказки насчет Йотунхейма? Угу. Око внешнего мира. Кары. Повышение всех характеристик. Вот это, кстати, уже интересно. Насколько? Оглушение, урон. Ну, меня больше вот это дело интересует, но его больше не прокачать. Вот. Это как-то более
коридорно бьет. А мне нужно, чтобы на площадь он крутил. Вот. Вот в этом роде. Только площадь должна быть шире. Херня. Даже не то. Ладно. Ой, тут очков, кстати, насыпали. Броня, как обычно, пососная. У одного, что у второго. Дичь. Навыки. В принципе, сейчас навыков, по-моему, хватит вообще все прокачать. Все, что открыто. Берем. Даже без разбора вообще. Один хрен, пока ты не купишь одно, у тебя вторая ветка открывается. Так, пацан у нас точно полностью прокачан. Клинки, ну тут осталось за немалым. 9 штук. 4. 3, 5. Да, 9 штук. Это вот забавно, конечно, но топором я кидаю во врагов только в тот случай, когда спали же посудину. Спалил уже давно. Топором я кидаю врагов только когда у меня этот такой голем какой-нибудь появляется. Так что, ну такое. А, я не знаю, удар щитом. Давай яростный бой, наверное. Я его просто чаще использую. Чем... Ну, щит пользуется всегда, но ты как бы... Все равно максимально ты его не вкачаешь так, чтобы он хоть как-то тебя от урона защищал. Вот он по дефолту, что есть, то больше он пропускной способности у него не увеличится. Это чисто удары щитом. Такое. Да давай вот это вот просто. Просто потому что пусть будет. Блять, мне на это хватает. Хренсу. Левиафан и пацан вкачаны полностью. Щит я не трогал. Но осталось только клинки хаоса бахнуть и все. Вот чары оружие. Вот по-моему... Не то. Я вот думал, куда бы запихать-то это дело. Оба, по-моему, разницы нет. Давай, короче, мы сюда вот эту штуку. Око внешнего мира. Оп. Вот сюда. Ну тут основное. Плюс 2, плюс 4, ну такое себе. Плюс 3. И главное, чтобы урон был хорош. Повышение контроля скорости, накопление вечной мерзлоты или жара на 7% суммируется. Это тупо лучше. Да, давай, короче, ее поставим. Надо что-то вот с нагрудником делать. По
бутероны беспонтовые и сам нагрудник такой себе. Получше руна просто попалась, но не намного. И этот нагрудник спихну просто при первой же возможности. Да, короче, в основном выдается в магазинах, так тем более. Что не купишь, отстой один. Точнее, я-то ничего не покупаю, даже не прокачиваю, потому что ну смысл. Смотри, пропавшая история Тюра. Откуда она пропала? Один украл. Зачем? У него всегда свои причины. Можно взглянуть? Надо же, а вот это неожиданно. Почему? Что это значит? Понятия не имею. Правда неожиданно? Голова. Значит так, очевидно, это Тюр. Он путешествует как-то волшебно. Но при чем тут великаны и почему они посвятили этому алтарь? Увы, это совсем не очевидно. А что это за руны в углах? Не руны, символы из других стран. Они значат... Войну. Да. Откуда ты? Парта, Египет. Хорошо знаком. Две нижние не рассмотрел. Его глаза — самоцветы. Как у тебя? Это символизирует дар видения, который мы получили от великанов. Поднеси-ка поближе. Любопытно. У пацана такие же метки на руках появлялись синего цвета. Ой, золотого. Очень любопытно. Что это? Тайные схемы, спрятанные Тюром так, чтобы прочел лишь он. И те, кому доверяли великаны. Прямо под носом у Одина. Я же обещал вас доставить в Йотунхейм. Как это понимать? Ты сказал, пути больше нет. Не понимаешь, брат? Один не утратил надежду, и нам не следует. Он знал, что тут есть подсказка, но ее нашли мы. И это схема ключа от какой-то тайной комнаты Тюра. Я не знаю, куда она ведет и что там, но это путь. И как нам сделать ключ? Вот это спроси у гнома. Гарри Тюр и тайная комната. Я догадываюсь, от какой двери этот ключ. Той, что у ванны... Мне снова экспы навалили. Да похер, давай качаться, что есть просто. Ну, это еще не скоро откроется. Хотя, если я гному пойду, я там, по-моему, какие-то плюшки находил как раз для клинков хаоса. Давай-ка мы оставим. Если что, я прямо возле магаза качаю. Те способности, которыми явно использоваться не буду. Просто потому что, ну, реально, с начала до конца игры ты успеваешь скачать вообще все скиллы, все навыки. То, что ты там увидел. Я ничего не видел. Чем он делает такие мхатовские паузы между словами? Ты что, не видел его? Старика. Какого? Пацан вообще не в курсе. Да. Это были видения чисто Кратоса. Как он мудохал Зевса. Зато пацан видел себя, как он убивает одного из сыновей Одина. Где там этот гном? Тора. Но и это видел тоже Кратос. Странно. Что-то они, по-моему, мозги делают. Либо это просто банальная сюжетная дыра. Так,
Вильхейме мы были. Доступен, недоступен, закрыт. Да ну вообще надо. Мать, я забыл. Что там по сюжету вообще? Они болтают. Наш последний шанс попасть в Йотунхейм зависит от того, сумеем ли мы понять подсказку Тура. Йотунхейм нам надо. Но мир недоступен. Хорошо, давай в Мидгард. Ну, голова, почему ты не сказал, что Бальдер сын Фрей? Ну да, я как слышу, каждый раз удивляюсь, а я ведь точно знаю это. Но когда думаю о Бальдре и Фрее, я... Мимир? Что? Фрея. Невероятно. Голова. Назови слабое место Бальдра. Бальдр невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Стой, что происходит? Какие-то. Значит, надо его морально унизить просто и все. Да? Ну да, вот в чем дело. И когда же она это сделала? Когда к ней попала моя голова? Или когда я догадался об уязвимости Бальдра? Мимир! Да-да. Ты знаешь слабое место Бальдра? Разве? Но Бальдр невосприимчив к любым атакам, физическим и магическим. Хватит. Главное, Бальдр уязвим. Если снова явится, мы его одолеем. Все, вы проговорились. Наконец-то. Сделаешь. А это оружие? Броня? Или другой какой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудь. Даже если бы я хотел сделать подобную безделицу, то просто-напросто угробил бы инструменты, работая над такой дамской вещицей. А если обшить? Заварить скапом по контуру. Слои тонкие. По одному их класть. Ну хорошо, умник. И где ты мне прикажешь нынче взять кусок хорошего скапа? В последний раз я видел скап, еще когда у меня шишка торчком стояла. Лысый импотент. Это что? А где ты его? Мне пришлось. А что? А кто это сделал? Ну так не стой столбом! За работу! Что? Это сейчас за обоих шишка торчком станет. Кроме оружия? А почему бы и нет? Что? Я расту над собой. Тут надо обухом. Давай, расслабь кисть. Сам давай расслабь кисть. И мне нужно больше жара. Сейчас поддам. Ты будешь еще закалять сталь? Это не нужно. Я уже трижды закалил ее в жире Драугра. Видал? О, как находчиво. И чистенько. Какой же ты башковитый. Учиться никогда не поздно. Лысый самый харизматичный и Бальдер. Никогда. Остальные, ну такое. Вот и он. Стой! Чуть не забыли. По-моему, с этим ключом мы чуть пониже сейчас пойдем. В этом же месте. Хватит уже лыбиться. Ты меня прямо нервируешь. Да я просто рад, что вы поладили. Но у вас клеймо теперь другое. Ну... Так бывает, когда чинишь то, что сломалось. Я знал. Вы любите друг друга. Да заткнись уже, малявка. Не Педики. Разрыдаюсь. Новое клеймо лучше. Правда? Нет времени болтать. Ты глянь, кто пожаловал. Говорил я, ничего с ним не сделается. Чего изволите?
Давай мы сначала клинки хаоса. Улучшаем. Не завидую тому, кто попадет под удар. Чего тебе, мелочь пузатая? Ты только поосторожней давай, понял? Коготь, по-моему, да, все. Коготь максимум. Что-нибудь еще? Рука этих клинков мы можем вкачать? Да. Надеюсь, я их не обидел. Ну, это, на это я не вижу смысла тратиться. Так, давай, нагрудная броня. Продается ли у них хоть что-то? Интересно. Вот. Уже лучше. А все остальное шлак. Да, единственное, вот это можно купить. Хорошие приросты, ну подумай, что дачи чуть меньше. А. Эхо туманов какой-то, нерфхеймский сплав. Где это все брать, пока неизвестно. Какая-то еще вроде плюс-минус была. Приросты небольшие, но... Ладно, давай. Впереди опробуй. Потому что оно просто из обычных ресурсов делается, которые мы собираем постоянно. А, ну да, желтую явно пока не купить. Ничего золотого тоже не взять. Остальное бабок нет. Ну, в принципе-то, вот руки у меня более-менее. А у них ничего такого прям прикольного и не продается. Да. Чего нужно-то? Решил чего? Давай-ка мы вот это дело продаем. Просто блин. То, чем не пользуемся. Артефакты. Я посмотрим, может быть, на что-то хватит. Ну, блин, я не знаю. И хочется, и Коля здесь. Ладно, в принципе. Отлично. Хватает пока рест. Это прокачано, это прокачано. Взял. Ладно. Мы побольше чар запихаем. Может быть, что-то какие-то приросты побольше будут. У меня, конечно, сомневаюсь. Это поможет в трудный момент. Ну, не вижу смысла. На это нет ресурсов. Ой. Все. Похоже, все в порядке. Так. Давай, броня, короче, запихиваем. Вот, у нас хотя бы гнезда появились побольше. Правда, рун такое себе вообще. Так, 2, 4, 2. Вал сердца, запомнил. Так лучше. Понятно.
Ставим только этот. Раз. Такие приросты небольшие, короче говоря. 3. Там было, по-моему, на 4. Ну, давай так. Мама придет. Так, у нас еще навыки. Клинки хаоса. Давай, ближний бой. Тоже качаем. Еще не хватило, ну ладно. Этот ключ наверняка отпирает ту дверь, которая была внизу. Помнишь? Плюс-минус. Ну, получается, где-то за поворотом. И еще тут сундук был, я вспомнил. Только надо чуть дальше пробежать. Я вот не помню, брал я его или нет. Где он должен быть тогда открытым? Бля, где он? Может, с другой стороны вообще? Вот он. Перейти гнездом. Это мне вот как-то. Да, ну все такое. Плюс 3 силы всего. Либо. Просто у меня будет быстрее накапливаться ярость. А ярость это отхил. Я пошли назад. Вот она. Да, я вот не помню, такие символы еще были где-то. Мы вошли. А где это мы? Я знаю не больше твоего, братец.
Ну ладно, сейчас стрельнем. Ну, прям получается. Древо, мы под залом путешествий между мирами. Угу. Почему потолок внизу? Эти двери, похоже, копии тех, что наверху. Чему бы это? Давай, Малой, не отставай лучше. Мало ли, на папку кто-нибудь нападет. Надо его зубами будет погрызть. Да, мы просто по кругу пробежали. Так а что делать-то, куда идти? Наверху что-то есть. Я понимаю, что наверху что-то есть, но, по-моему, на вот в эту дверь. Нет. Пацан прям тут стоит. А, его посадить надо, да? Наверх. Тюр использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью в Йотунхейм. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. Ой, но? Что там сзади? Люк какой-то открылся. Да и не один. Так, комната внутри комнаты. Гобелены. Наверное, тоже великаны делали. Похоже, что Тюр был у них в большом почете. Погоди. Нам туда. Сейчас я до конца пробегусь. Там получается, куда мы зашли, да? Ну, дверей всего две, по-моему, открыто. Тут, короче, не ошибешься в любом случае. Кто это? Угадай с трех раз. Сын, эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри, мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди. Ладно. Так, ну... отойди, не отойди. Но в эту дверь мы уже будем попадать на следующем стриме. Сейчас будем закругляться. Поэтому... всем спасибо за поддержку, за просмотр. Ставьте лайк. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Всем удачи.